участник номер один. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Данил меня зовут. Данил, друзья, Данил, мотоцикл? Аквила. Громче? Аквила. Аквила и Данил на этом байке. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Сейчас включаем музыку. И я попрошу, как говорится, дать газу, так, чтобы было очень громко. Аплодируем громче! Итак, это байк, я не буду оглашать, аплодисменты громче, друзья! Давным-давно. Хочу спросить, куда мне надо поставить шумометр, чтобы услышать крики? Не надо? Окей, друзья, ну что ж, я понял. Меня не снесет? Я представляю шумометр самым взрослым и уверенным мужчинам в себе. Аплодисменты в зале! Аплодисменты громче!
На самом деле я даже не знаю, кто будет победителем в данном соревновании. Дорогие друзья, для того, чтобы определить это, я предлагаю три байка поставить вместе. Согласны? Да. Громче, давайте, поехали. Итак, три байка в одну точку. Шумометр заряжен. Сейчас попробуем определить громкость. Это уже, друзья, не квинтет, не квартет. Это реальное байкер-трио. Байкер-трио под Рок 66. Окей. Ну что ж, как говорится, потрёмся выхлопными трубами, да, поехали. Аплодисменты громче, трио. Я даже не знаю, как их назвать. Наверняка без банальщины назовем просто трио Рок 66. Специально для вас. Это не национальная опера Украины. Это, я не знаю, а я должен, да, стоять сейчас здесь. Аплодисменты громче. Победила дружба!